международного фестиваля рекламы. И, естественно, ваши аплодисменты в связи с началом. Хореографическая композиция «Антре», посвященная фестивалю, решена сегодня в стиле индастриал, то есть лишена по этому поводу перьев. И подготовлена участниками театра экстремального танца «Город Харьков», моделями агентства «Интермоделс Город Киев», которые продемонстрировали вам обширный призовой фонд. И, скажем так, мастерами дрели и молотка, чемпионами по домино и прыжкам в мешках, традиционным ведущий церемонии награждения Киевского международного фестиваля рекламы, ваши аплодисменты, Глеб Тимошенко, Игорь Диденко. Спасибо. И мы от всей души рады приветствовать всех собравшихся в цехе награждения Киевской международной фабрики рыбы номер 6. Ваши аплодисменты. Итак, мы приветствуем всех, и хозяев фестиваля, и многочисленных гостей, прибывших из России, Белоруссии, Армении, Латвии, Эстонии, Молдовы, Азербайджана, Финляндии, Франции, Грузии, Казахстана, Литвы и Португалии. Мы даже не будем вспоминать о том, что большинство из этих стран неосторожно обошли Украину на Евровидении. Ну да бог с ними, не тот сегодня день. Целый год все агентства работали изо всех сил. Сидели в три смены над брифами. Арт-директора стирались о мышки. Копирайтеры загибали слоганы и спрягали падежи. Малолетние аккаунты подставляли ящички, чтобы дотянуться до вымени особо крупных заказчиков. Все рекламное сообщество трудилось, не покладая всех частей тела ради победы на Киевской международной фабрике рыбы номер 6. И вот, наконец, настал тот день, когда можно стереть трудовой пот, взять в руки счастливые костяшки домино и забить на работу. Господа ударники рекламного бизнеса, настало время пожинать плоды и ловить за жабры удачу. Сегодня все достойные получат свою порцию славы. По традиции Киевского фестиваля рекламы, порцию славы любимчикам «Фортуны» будут традиционно выносить на тарелочке с голубой каемочкой. И это будет самая большая слава самой высшей пробы, тройной очистки. Слава, от которой сама отваливается накипь и отскакивают кариозные монстры. Эта слава будет жить в веках, ну, как минимум не менее года. Надеемся, нас все-таки удалось вас довести до нетерпения и до нужного градуса, и можно, собственно, приступать к делу. Естественно, после ваших бурных и продолжительных аплодисментов. Громче, потому что если аплодисменты не будут бурными, то мы как бы продолжим ротацию вступительного спича до полного накрытия целевой аудитории. Ваши аплодисменты! Итак, список победителей Евровидения. Россия... Простите, это не тот листик. Убирайте. Что это такое? Что это? Пришло время вспомнить нашего генерального спонсора. Что это? Пришло время вспомнить нашего генерального спонсора. Это корпорация Олимп. Олимп. Вот теперь с чистой совестью первый день работы цеха награждения Киевской международной фабрики рыбы номер 6 можно считать открытым! А что, не было более торжественных фанфар? Ну, яка страна, такие фанфары. Спасибо. Итак, напоминаем технику безопасности в цеху награждения. Нами объявляются третьи и вторые места. На сцене награждаются только первые места и лучшие работы фабрики номер 6. И первыми начнут топтать тропу славы. Люди – образцы изысканных манер и этикета, снизошедшие до этикеток. Сегодня
Любой товар, выходящий на рынок без яркой креативной упаковки и этикетки, это хиппи, идущий погулять в парк в день пограничника. Зато сейчас у вас будет возможность убедиться, что хорошая упаковка и в товаре в принципе не нуждается. Оценивала работу в этой номинации компетентное жюри дизайнеров. Но отдуваться за всех придется члену жюри дизайнеров нашей гости из Ижевска, Анне Мухиной. Студия Мухина, ваши аплодисменты. Анна, мы приглашаем вас на сцену к микрофону для церемонии награждения. Специально подготовленная музыка под ваш выход соответствует вашему стилю, снаружи и внутреннему содержанию изнутри. Анна Мухина. Ваши аплодисменты, Аня. Категории конкурса, этикетки и упаковки. И увидим работы призеров вот на этом большом, не побоюсь этого слова, огромном экране. Итак, категория L1. Этикетка для продуктов питания, в том числе водочки. Итак, третье место. Адам Смит Адвертайзинг. Киев, Украина. Работа Чукча Рыбак. Ваши аплодисменты. Определилось третье место. Второе место. Категория L1, этикетка для продуктов питания, в том числе и водочка. Прим-инфо, Ереван, Армения. Серия этикеток Great Armenia. Ваши аплодисменты. И первое место. Первое место в этой категории нам подсказывает Максим Романович. Сейчас мы... Ага, да. Ну, у нас написано «не присуждалось», а на самом деле... Первое место «не присуждалось». Не присуждалось. Как бы вот так вот, вот под девизом «так не достанься ж ты никому» расправляется организатор КМФР с призовым фондом. Обладая соколиным взглядом, Максим Романович увидел Анну Мухину. И заставил ее. Заставил ее таки приехать из Ижевска. Быстро. Город Киев. С другой стороны, Анна, с другой. Поселиться в гостинице Украина. Хотя идите с этой, ладно, идите с этой. Аплодисменты, Анна, поднимайтесь на сцену. Уж мы над вами обязаны просто поиздеваться. Уж мы-то сейчас над вами поглубимся. Вы сегодня великолепно выглядите. Вы собрались на концерт Гребенча, да? Собрались на концерт Гребенча, нет? Все, вы приехали из Ижевска. Здравствуйте. Все. Все. Аплодисменты. Анна Мухина. Анна. Извините, но у нас к вам возник вопрос. Секундочку. До этого. Секундочку. Анна, сейчас идет церемония награждения. Да, я уже в курсе. Вы уже в курсе. И вот как бы незадача. Мы объявили первое место в категории «Этикетка для продуктов питания», в том числе и водочки. А его нет. А его нет. А может быть вы сейчас... Вы сейчас делаете вдох и выдох, успокойтесь и скажете, почему же не было первого места в этой категории? Тарелку жалко просто. Я могу сказать за то, сколько у нас вторых и третьих. Вы не нам говорите, вы людям говорите. Они вам присылали работы. Да, поаплодируйте. Хорошо. Анна. Да. Вы шикарно выглядите сегодня. Для человека, который только что приехал из Ижевска. И мы переходим к категории... Этикетка для промышленных товаров. И призер. Третье место. Рекламный холдинг «Весна», Днепропетровск. Упаковка презервативов. Внимание на экран. Прекрасно. Это было третье место. И говоря о категории «Этикетка для промышленных товаров», можно сказать, что в этой категории с местами все.
Что ж ты будешь делать? Еще тарелочку. Почему, Анна, почему презервативы на третьем месте, скажите? Как можно было поставить это на третье место? Только первое, да? Ну хорошо. Да, только, ну, окей, продолжай. Как бы пригодится только с третьего раза, я так для себя буду прокомментировать. Следующая категория. Упаковка продуктов. Спасибо. Это первый день. Упаковка продуктов питания. Номинанты. Упаковка продуктов питания. Друзья, выдохните. Третье место есть. Это Адел Сачин Сачи, Киев, Украина. Серия Гав-мяу. Еще одно третье место в этой категории. Торговая марка «Медовуха», Запорожье, Украина. Пляшка – это этикетка торговой марки «Медовуха» Майска. И, естественно, ваши аплодисменты. Вы знаете, жюри в этой категории не поскупилось на третьи места. Третье место – студия Артемия Лебедева, Москва, Россия. Коробки шоколадных конфет фабрики «Верность качеству». И мы вынуждены констатировать факт, что в этой категории второе и первое места не нашли своих обладателей. По-прежнему в поиске. Анна, может быть... Ай-яй-яй-яй-яй. Анна, вы, кстати, не устали стоять, не награждая? Вы подготовились. Хорошо. Итак, следующая категория. Упаковка промышленных товаров. Все, кто подавал свои работы в эту категорию, пожалуйста, поаплодируйте. Маловато. А теперь поаплодируйте те, кто не подавал. Хорошо. А теперь поаплодируйте те люди, которые оказались в этом зале случайно. Их больше все равно, чем те, кто подал работу. Хорошо. Третье место. Категория упаковка промышленных товаров. Компания решений для брендов GPS Днепропетровск, Украина. Работа CD плюс CD Holder Jam. Ваши аплодисменты. Третье место. По-прежнему не скупиться на третьи места жюри. И третье место достается от Sound Киев, Украина. Музыкальный диск «Cherche la femme». Ну, мы, может быть, неправильно прочитали название, но... И... Ну, наконец-то! О, боже! Да! 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 Не может быть! Первое место! От Sound Киев, Украина! Музыкальный диск «Чайхава», «Потанцуй его!» И приглашаем на эту сцену, или, судя по слогану, на танец, представителя от Sound. Да. А вы говорите первое место. Ага. Секунду. Приглашаем на сцену представителя от Саунда. От Саунда приглашаем на сцену, ну, как хочет, в общем. Они просто из другого города, они из Киева. Они не приехали, наверное. От Саунда. Хорошо, кто-нибудь из этого города есть в этом зале? Кто мог бы передать им привет? Кто-нибудь, кто добрался все-таки на фестиваль из Киева? И есть. Есть, друзья мои, есть представитель Донецка, временно живущий в Киеве, Максим Лазебник. Максим, а можно ли тарелочку, пожалуйста, тарелочку? Пожалуйста, тарелочка, первое место. Аплодисменты сквозь слезы. Первое место, от Sound Киев, Украина, категория упаковка промышленных товаров. Анна Мухина берет тарелочку у ребят и вручает ее представителю Ижевска. Победитель прошу. Должен сказать спич. Нет, секундочку, я прошу прощения. С победителем все понятно, вы спич говорить не будете. Подойдите вдвоем к микрофону. Как вам удалось сделать такую упаковку, Максим Романович? Может быть, они не понимали слово от Sound, может быть, они Ad Sound. Ad Sound есть? Может быть, они не понимают слово Киев. Может быть, Киев? Киев? Украин? Ad Sound, Киев, Украин. No. Да, спасибо. Спасибо огромное, Анна. Вы украсили собой индустриальный пейзаж нашей церемонии. И сейчас начнут топтать тропу славы люди, которых обычно не видно, зато очень хорошо слышно. На эту сцену выйдут передовики цеха радиорекламы. И давайте просто поаплодируем. Итак, в номинации «Шо ел, шо радио слушал»,
То есть в категории продукты питания и напитки слушатели лучше всего пускали слюни под работы следующих товарищей. И здесь мы тоже наблюдаем креатив в работе жюри. Третьего места не удостоился никто. Аплодисменты. Второе место. Продукты питания и напитки. Радиореклама. Контуру Лео Бернет, Таллин, Эстония. Работа Докс. Ваши аплодисменты. Слушаем. И давайте послушаем эту работу. Пожалуйста, можно? Слушаем. Show must go on, show must go on. I don't know the spaces, I don't know the space. Учитесь петь? Окна, полная звукоизоляция. Ваш двор это оценит. Компания «Визаж». Телефон 418-440. Рекламное джерело, Житомир, Украина, ваши аплодисменты. Третье место. Товары для дома, бытовая техника, радиореклама. Второе место. Товары для дома, бытовая техника и т.д. Владимир Регион, Владимир Россия. Ваши аплодисменты. Работа КУКУ, закону о рекламе. Посвящается. Слушай. По закону о рекламе мы не можем употреблять слов «самый» и «лучший». Но если не говорить слов «самый» и «лучший» о ТИСО, то сказать о часах ТИСО больше нечего. Поэтому реклама часов ТИСО все кончилась. И еще раз ваши аплодисменты. Это второе место. Владимир, регион Владимир, Россия. И первое место. Слушаем. Спасибо. Мы переходим к следующей категории. Услуги и сервис. Супермаркеты, рестораны, вызов сантехника на дом, дистанционное обучение игры на баяне. И установка бронированных дверей по фотографии. Итак, внимание. То есть многие обращались, да? За подобными услугами. В этой категории победили... А тут совсем интересно. Внимание! Помимо первых мест. В этой категории победили работы из категории R2 «Товары для дома, бытовая техника» и т.д., которые перенесены в категорию R3 «Услуги и сервис, супермаркеты, рестораны, вызов сантехника, на дом, дистанционное обучение игре на баяне». По решению жюри. Поэтому третье место. Студия «Эго Про», Москва, Россия. Работа объявления. Слушаем. Объявление. Эффектная блондинка, 90-60-90, 20 лет, познакомится с обеспеченным молодым человеком до 60 лет. Для совместных поездок в магазины модной одежды «Подиум». Походу в другие заведения просьбы не предлагать. Студия «Эго-Про», Москва, Россия. Работа объявления, третье место. Переходим к следующему призовому месту. Это второе место. Студия «Эго Про», Москва, Россия. Стриптиз-ролик. Слушаем. Третьего дня ходил на стриптиз. За $200 я ее полностью раздел. Вчера был в дисконт-центре на Синопской. За 100 я ее полностью одел. В дисконт-центре на Синопской мне понравилось больше.
Ей тоже. Ваши аплодисменты. Потому что больше в этом конкурсе наград нет. Спасибо. Дорогие друзья, если кто-нибудь из вас нервничает и хочет принять валидолу, то напоминаем, что запивать его следует только официальной водой фестиваля, водой 925. Если нет валидола, просто выпейте воду 925 и запейте ее водой 925. Или положите под язык. Она там лучше рассасывается. Итак, мы продолжаем. Переходим к следующему конкурсу. Конкурс «Рекламная фотография». Следующая каста подлежащих раздаче — корпорация магов и чародеев, останавливающих прекрасные мгновения. Итак, конкурс «Рекламная фотография». Партнер конкурса — «Фотобанк». Ваши аплодисменты. Наверное, единственный банк в Украине, где красивыми являются даже юридические лица. Первыми награждаются люди, способные сделать девушкой на миллион долларов любую девушку за 50 долларов. Это категория «Портретная фотография». Итак, «Портретная фотография». Третье место. Работа Сергея Стрельникова. Симферополь, Украина. Кокон. Автор заявил работу «Кокон» именно в категорию «Портрет». От чего вы смеетесь? Похож. Похож? Как бы у многих людей такая фоторабота в паспорте. Хорошо, второе место. Фотостудия «Запорожченко Виталия». Киев, Украина, фоторабота — Анатолий Барсюк. Ваши аплодисменты. И достаточно мощно начатая категория, мощно раскрученная и с хорошей фонограммой, заканчивается, потому что, собственно, в этом конкурсе все. Увы! Ай-яй-яй. Фух. Для вручения наград следующего конкурса к нам на сцену, скажем так, в цех награждения Киевской международной фабрики рыбы, приглашается член жюри архитекторов Тимур Тютюнник, рекламная группа «Флайт» с Запорожья. И пусть вам повезет. Это музыка для вас. Со времен советского ВДНХ любой рабочий, любая колхозница знали о важности такого раздела конкурса, как экспозиционный дизайн. У вас приветствуем. У вас там больше первых мест в конкурсе? Есть, побольше. Хорошо. Аплодисменты. Аплодисменты жюри, которая постаралась. И если мы говорим о выставке ВДНХ, то задача любой выставки, чтобы посетитель, как только он сможет дышать, первым делом, придя на выставку, сказал: «Ого!». Но мы всего лишь говорим «Е1». Дизайн выставочных стендов. И переходим к объявлению победителей. Дизайн выставочных стендов, категория Е1. Третье место. Служба рекламы «Квирта», Киев, Украина. Выставочный стенд компании «Служба рекламы «Квирта». Ваши аплодисменты этой работе. Еще одно третье место. Эль-Экспо, Киев, Украина. Работа «Алупласт GmbH». Второе место в этой категории. Карша, Киев, Украина. Стенд компании Киевстар GSM. Ваши аплодисменты. И первое место в этой категории, оно есть. Это «Альпака», Киев, Украина. Ваши аплодисменты. Работа «Авианосец Альпака». Мы приглашаем на сцену представителей компании «Альпака Киев Украина» для вручения торжественной тарелочки за первое место
КМФР. Есть такие. Аплодисменты! Тимуру Тютюнику предоставляется торжественное право отарелить нашего победителя. Пожалуйста, сам предмет. Вот он с той стороны. Вот он. Девушке вы даете сначала. Нет, тому, кто в пиджаке. Да, это член жюри. Вот. И официально вручается тарелка Киевского международного фестиваля рекламы. Ваши аплодисменты. Да, мы вас не отпустим. Подойдите, пожалуйста, к микрофону. Вы знаете, у нас настолько редко появляются первые места, что мы просто так отпускать их не можем. И ничего страшного, что вы вышли на сцену за наградой с бейджем жюри. Мы это не будем никак отмечать. Может быть, именно поэтому первое место? Пожалуйста, ваши несколько слов в этой работе. Я очень приятно был удивлен решением жюри. На самом деле эта работа рожалась в муках. Вот, и я думаю, многие оценили ее реализованную на Рексе 2004. Вот, я приглашаю всех на Рекс 2005. Я думаю, что мы удивим всех не менее. Спасибо. Ваши аплодисменты. И классический ход конем. От Е1 мы переходим к Е2. Господа оформители витрин и интерьера, на выход. Итак, там будут люди выходить? Вы не помните, да? Хорошо работал на жюри. Третье место. Агентство «Смотри». Москва, Россия. Работа оформления магазина «Шар». Ваши аплодисменты. На этом призовые номинации в категории заканчиваются. Но экспозиционный дизайн продолжается. На выставке достижений самодержавного хозяйства посетители привлекали различные POS-материалы. Царь-пушка, царь-колокол. Иногда рядом стоял сам царь-царь. Сейчас мы представляем современную категорию E3. Это POS конструкции, дисплеи, стойки, держатели и тому подобное. В общем, без лишних слов называем серебряного призера категории. Второе место. Служба рекламы Квирта, Киев, Украина. Серия экспозиционных стоек для автозапчастей компании Bosch. Ваши аплодисменты. И внимание! Первое награждение лучшей работы конкурса экспозиционного дизайна. Мы предлагаем ознаменовать все-таки наличие лучшей работы конкурса аплодисментами. Ура! Это Карши Киев, Украина! Ваши аплодисменты! Стенд компании Epos и LG Electronics. И, естественно, мы приглашаем победителей под аплодисменты на сцену. И работа для эксперимента тютюнника, вынос большой тарелочки и, соответственно, тушь, аплодисменты, похвала и слово победителю. Аплодируйте. Ваши аплодисменты. Браво! Лучшая работа конкурса экспозиционного дизайна. Стенд компании Epos и LG Electronics. Работа Карши Киев, Украина. Вот так чествуют официального победителя. А теперь вы, да, вручайте. Пару слов от вас. Большое спасибо. Большое спасибо всем за жюри, особенно Александру Павловичу Карпу. Спасибо. Ну, вот как-то и все. Тимур, вы как-то прокомментируете? Секундочку. Ну, почему, кстати, вот такое, если можно, микрофон, почему небольшое количество первых мест? Дело в том, что людям интересно узнать, чем жюри руководствовалось. Ну, по сравнению с другими, у нас достаточное количество первых мест. Браво! И лучшая работа одна есть. Ну что ж, мы переходим к передовикам, работающим в цехе наружной рекламы. Спасибо, спасибо большое. Аплодисменты! Итак, достойно и правильно представленным голосом представитель победителей нам помогает
Ассоциация наружной рекламы. А вдохновлять нас будет присутствие великолепной женщины, председателя жюри художников-архитекторов, президента рекламного холдинга Alter V Advertising Group Натальи Михайловой. Ваши аплодисменты. Наталья, мы ждем вас на сцене. Ваши аплодисменты. Наталья Васильевна поднимается. И этот блюз в индастриал стиле звучит специально для вас, уважаемая Наталья. Естественно, мы приглашаем руководителя Ассоциации наружной рекламы Артема Беденко. Также просим подняться на сцену. Сейчас, секунду, извините. Немного личной связи. Артем, мы тоже ждем вас на сцене. Да, аплодисменты, Артем. Вы хотите сказать что-то вначале или... Хорошо. Итак, первая категория. Категория «Щитовые», отдельно и гордо стоящие рекламные конструкции, оформление АЗС. Номинанты. Третье место. Донреком, Донецк, Украина. АЗС «Энергия». Второе место, по мнению жюри, осталось вакантным. Кстати, почему? Можно пояснить? Знаете, мне показалось, что достаточно креативная вот работа под брендом «Энергия». Что касается вот этого разрыва между high level и middle, в общем-то, расстояние большое. Поэтому нам показалось, что должно быть первое место и третье. Второго не было достойных, потому что был очень большой разрыв между верхней планкой и нижней. Спасибо. Ну, слава богу, есть первое место. Итак, первое место. Тот же Донреком, Донецк, Украина. Автозаправочная станция «Форсаж». Ваши аплодисменты. И мы приглашаем на сцену для получения памятной тарелки Киевского международного фестиваля рекламы, а точнее Киевской международной фабрики рыбы, представителей Донрекома, Донецк, Украина. Да, Наталья Васильевна, это вам. Тарелочка. Она, на самом деле, да, оказалась легенькая, да. Но еще никто быстро из Донецка не приезжал, поэтому, в принципе... Сейчас, вы знаете, один датчанин у нас был, Лазебник. Ну вот как, может быть, из Донецка кто-то еще есть? И в ссылке. Передадут? Донреком, Донецк. Нету. Кто-нибудь из Донецка? И вот случайный повелитель Терекона. Датчанин. Максим Романович Лазебник, ваши аплодисменты. Спасибо. И следующая категория конкурса – это оформление фасадов зданий, вывески и мемориальные таблички. Третье... Максим Романович, не уходите. Почему ты говоришь мемориальные таблички, Максим Романович? Я просто перечислил, что написано. Третье место. Neon X, Одесса, Украина. Работа «Плазма». Ваши аплодисменты. Разделились мы третье место. PVG, Санкт-Петербург, Россия. Комплексное оформление и горно-развлекательного клуба «Техас». И, наконец, первое место. А, прошу прощения, да, прошу прощения. Еще одно второе место в категории оформления фасадов зданий, вывески, мемориальные таблички. Ларсен Киев, Украина. Ультрамарин, комплексное оформление фасада. Ваши аплодисменты. Первое место в этой категории вакантно. Увы. Категория N3. Рекламное оформление наземных, подводных и воздушных транспортных средств. Третье место. Бейтс. Читайте, читайте. Бейтс. Переводить не надо, кстати. Бейтс. Рецел Латвия. Рига. Работа. Ретумбантром.
Рейтбанк-трамп, третье место, оформление трамвая. Спасибо. Спасибо. И, наконец, спешим объявить лучшую работу конкурса наружной рекламы. И, естественно, представителя приглашаем на сцену. Это лучшая работа. Командор, Москва, Россия. Работа «Автомобиль под надежной защитой». Наши аплодисменты. Лучшая работа конкурса наружной рекламы. Командор, Москва, Россия. Автомобиль под надежной защитой. И победитель возит в столицу не нашей Родины большую тарелку и приз от Ассоциации наружной рекламы. Артем и Наталья, просим вас прокомментировать, почему нет первого места в категории оформления фасадов зданий. И оформление, да. Да. И оформление транспортных средств. Экспозиционный, да? Ну, или вы, или Артем. Мы в конечном счете хотим жить в красивом городе. Что касается категории первого места в оформлении фасадов зданий, к сожалению, я подумала, что было бы привести здание в порядок соответствующий, а потом заниматься оформлением графическим и декоративным. Это шутка, конечно, на самом деле достойных графических работ просто не было. Были какие-то шрифтовые, были какие-то международные корпоративные мотивы. По-настоящему хорошей дизайнерской и конструктивной работы не было, увы. Спасибо. Может быть, несколько слов от обладателя звания «Лучшая работа»? Не надо снимать. Сложно говорить, просто никого в зале мне не видно отсюда. Ну, попробуй так. Вы говорите в фонарь просто. Дело в том, что перед самым началом фестиваля мои коллеги прознали о том, что наша работа попала в шорт-лист. И когда меня отправляли, мне сказали, без награды домой не возвращайся. Поэтому я хочу поблагодарить жюри и организаторов за то, что я теперь могу спокойно вернуться на родину. Тарелку, пожалуйста! Еще раз ваши аплодисменты. Лучшая работа! Конкурса наружной рекламы. Командор, Москва, Россия, автомобиль под надежной защитой. Еще раз ваши аплодисменты. Да, Артем, отдельный приз от Ассоциации наружной рекламы. Артем, к микрофону, пожалуйста. Жалко, конечно, что приз уходит в Россию и остается не у украинца, но работа заслужила этого. А по поводу внешнего вида приза, ну, тарелки, фаянс, бьется. Должно быть что-то стабильное в этой жизни. Вот Наталья Васильевна не даст соврать, что может быть стабильнее за CityLife. Наталья Васильевна не даст соврать, что будет быть стабильнее доходом от CityLife. Да, огромное спасибо, ваши аплодисменты. Итак, мы продолжаем. Вы не устали? Нет, хорошо. Что? Хорошо. Один человек, кстати, не устал. Ну, как бы, есть все-таки люди не уставшие. Друзья, не все йогурты одинаково полезны. Причем настолько, что потребление неправильных йогуртов вырастило поколение рекламистов, производящих неправильную альтернативную рекламу. И под особым покровительством журнала «Наш» эти люди талантливо глумятся над простыми рекламными ценностями. Если вы все еще считаете, что реклама – это богоугодное занятие, мы идем к вам. А к нам на сцену для вручения призов идет представитель группы рекламодателей, не побоявшихся взять на себя ответственность за нелегкий, скажем так, выбор лучших в этой категории. Рекламодатель, он же клиент, а значит, всегда прав.
И к нам на сцену поднимается член жюри рекламодателей. Ваши аплодисменты, маркетинг-директор компании АВК Алексей Остапченко. Алексей, мы ждем вас на сцене. Вы понимаете, почему именно для вас звучит эта музыка? Аплодисменты Алексею Остапченко. Мы бы посоветовали Алексею взять с собой небольшой стульчик, потому что вручать призы он будет долго, и все последующие конкурсы и номинации тоже вручать ему, поэтому останется он на сцене у нас до конца. Ваши аплодисменты, Алексей. Так, ты видишь, как заказчики бросаются на ведущих? На самом деле вместе Виктории Цимай, компания Санатербрю, она обещала нам попить. Ага, окей, ну, все. Она ждет. Обещала, пусть она и несет. Так, считайте, что с этого момента на сцене у нас ведущих уже трое. Потому что последующие конкурсы судила именно жюри рекламодателей, представитель которого Алексей. И еще раз ваши аплодисменты, Алексей. В принципе, чай, воду, что, капучино, сладкого не предлагайте. Какие еще альтернативы? Что? Какие еще альтернативы? Может быть, сладенького? Реклама. Реклама? Да. Итак. Категория «Рекламная пародия». Юмор, карикатура, пантомима, синхробуфонада и дрессированные собачки. По мнению жюри... Алексей? По мнению жюри, вот ни пародия, ни юмор, ни карикатура, ни пантомима, ни синхробуфонада, ни дрессированные собачки, ни памфлеты не принесли интересных работ. Это так. А вот в следующей категории... No comments. Никаких комментариев. Все. Рядом с людьми, у которых нет ничего святого в нашем дивном рекламном мире, совсем другие люди. Люди, чей пытливый взор, пытливый ум и пытливый палец пытаются расширить горизонты рекламы, проковырять нестандартные ходы в сознании потребителя. Итак, Джорданы Бруны и Миклуха Маклая рекламы. Категория А2. Независимые творческие разработки, нетрадиционные рекламоносители, новые медиа. Третье место решили не присуждать. Аплодисменты. Алексею. В первую очередь. Алексей, вам комфортно? Окей. Второе место. Приготовьтесь хлопать. Станислав Гриняев, Москва, Россия, работы чека. Да, есть поклонники. Покажите, пожалуйста. Вот так, чек. И первое место. О чудо! Есть первое место. Кокон, Киев, Украина. За безопасный секс. Кулипс. Почему? Можете прокомментировать, почему это работа первое место? Что вам не понравилось больше всего? Виктории Цимай почему-то понравилось больше всего. Вы в микрофон говорите. Виктории Цимай больше всего понравилось почему-то. Ага. Виктория, мы приглашаем вас на сцену. Она, наверное, что-то знает. Не нужно приглашать ее на сцену. Хорошо. Первая работа. Кокон, Киев, Украина. Ваши аплодисменты. Мы приглашаем на сцену победителя. Ваш момент славы и вручение столового фарфора. И, кстати, может быть, какие-то комментарии вы сделаете по поводу этой работы. Тем более, что вот распущенность ведет... Yes! Было скромно сказано. Аплодисменты! Берегите себя. Спасибо. И, о чудо, в этом конкурсе определена лучшая работа. Это работа из категории А1. Рекламная пародия, юмор в рекламе, карикатура. И мы приглашаем на сцену. Ребят из Донецка, Леонардо Дизайн, Донецк, Украина. В принципе, мы не надеемся, но объявить должны. Работа Golden Frog. Golden Frog. Golden Shaba. Пожалуйста, есть ваши аплодисменты. Итак, золотая жаба, высшая жадность. Вы знаете, вот жюри и организаторам фестиваля представилось интересным указанное вами в описании
идея работы. Сейчас, секундочку, пока еще, да? Не вручайте. Итак, в чем заключается суть идеи? Леонардо Дизайн борется с рекламодателями, экономящими на развитии собственного бизнеса. На конкурсе Golden Jabba награждаются рекламодатели за выдающиеся заслуги в борьбе с собственными доходами. Слоган «Высшая жадность». Алексей, как продвинутый рекламодатель, почему проект «Борющийся с жадностью рекламодателей» вызвал у жюри, состоящим из рекламодателей? Такой прилив восторга, скажите. Алексей, мы сзади вас. Вопрос был вам. Почему вот как бы это существующее, несуществующее? Особо близко просто. Как-то так вот получилось. Хорошо. Итак, вопрос наверняка победителю. Вот наверняка в конкурсе Golden Jabba будет сложно найти спонсоров. Обречен на отсутствие спонсоров. Вы возьмете за раскрутку своей идеи? А я так думаю, спонсировать будут рекламные агентства. Алексей, как вы отнесетесь к такому предложению, чтобы спонсировали рекламное агентство? Знаете, зимой снега не допросишься. У рекламных агентств? Да. А с каким рекламным агентством вы работаете? Окей. Легче сказать, с каким мы не работаем. Хорошо. Скажите. Что просто люди знали. Ну, вручайте тарелку, ваши аплодисменты. Лучшая работа конкурса Golden Frog. Аплодисменты, покажите большую тарелку, папарацци, снимите это все на пленки. Фух, спасибо. Да, а еще, еще. Тише, тише, музыку, тише. Спасибо за папары, пожалуйста. Спасибо жюри за признание Леонардо Дизайн. Которые узнали вас в этом обличии. Аплодисменты. И такое, я еще, Алексей, прежде чем вы покинете сцену, к вам вопрос, то есть насколько логично для вас вот, судить именно, почему именно заказчики, рекламодатели судили альтернативную рекламу? Какое-то просто объяснение, если можно, микрофон. То есть судили то, что заведомо никто не купит. Ну почему? На самом деле судить было очень интересно. Очень много брендов, именно международных брендов. Жюри рекламодателей состояло из крупных рекламодателей, в основном международных брендов. В принципе, мне было гораздо легче, потому что над нами пока еще так не шутили. Вот, поэтому я мог немножко абстрагироваться и быть как-то так со стороны, смотреть на все это дело. Вот, скажу сразу, Макдональдс был в шоке. От какой работы? Ой, там много было работ. Прошлись хорошо по Макдональдсу. От жабы? Нет, не на жабу. Там была прекрасная серия, замечательная, я думаю, что в зале могли видеть. Ну, что сказать, не знаю, наверное, повеселил нас очень хорошо конкурс, так, после достаточно, скажем, серьезного отношения к конкурсам по рекламным кампаниям, BTL, маркетингу, директ-маркетингу. Достаточно так весело было судить этот конкурс, вот, собственно, все согласились. С такой же веселой интонацией говорите об этом. Достаточно весело. Спасибо, ваши аплодисменты. Спасибо большое. Итак, кстати... А зачем ты отпустил? Что, зачем отпустил? Алексей, он же нас еще вручает. Да? Ну ладно, ничего, пусть второй раз потом выйдет, такую же музыку будет. Ну, хорошо. Да? Ему приятно, и паузу заполним. Да, ну у нас, как у ведущих, есть, скажем так, свои нестандартные наработки. Например, нам удалось внедрить в речевой текст технологию 25-го кадра, и сейчас... Мы постараемся вам это продемонстрировать. Олимп. 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 Теперь вам уже никогда не удастся стереть из подсознания информацию о генеральном спонсоре 6-го Киевского международного фестиваля рекламы. Ваши аплодисменты. Олимп! Вот теперь...
под награждениями можно смело подводить черту. Да, потому что, как гласит старая рекламная легенда про Проктора и его Гэмбла, под чертой должно находиться то, что носит звучное и гордое название Behind the Line, тобто BTL. Партнером этого конкурса выступает BTL Клуб. Ваши аплодисменты. Жюри уже традиционно для КМФР объединило все категории в этом конкурсе. А именно, собери 10 крышечек и сделай себе бусики. Акции по стимулированию сбыта, продаж, сэмплинги, розыгрыши призов, демонстрации преимуществ и достоинств. И кудесников порванных баянов, доблестных организаторов рекламных мероприятий, праздников, конференций и так далее. Но зато... Так мы точно зря отпустили Алексея, да? Зря. Зато мы приглашаем на эту сцену... Под ваши аплодисменты. Представителя жюри. Ну, уже можно аплодировать. Фамилию которого Игорь забыл. Это просто сейчас правильно мою. Называется. Жюри рекламодателей. Ваши аплодисменты. Маркетинг-директор компании АВК Алексей Оставченко. Ваши аплодисменты. Первый вопрос к вам. Почему, когда мы вызвали вас в первый раз, вы не пришли? Алексей, просто мы хотели, чтобы второй выход... Я так чувствую, мне сегодня за всех отдуваться здесь придется. Алексей, вы знаете, традиционно в рекламе как бы, должно прозвучать трижды название бренда. Вот мы пока вас называли два раза. Итак, третье место в этой номинации. Ogilvy & Mark, Киев, Украина. Take me home. Вау. Как тебе объяснить, коллега? Это BTL. То есть то, что ниже экрана. Там как бы... Да, то, что ниже. Там ничего не показывают, ничего не говорят. Просто раздают то, что взяли у заказчика. Неплохо. Вот как бы еще раз, ваши аплодисменты. Третье место. Ogilvy & Mark, Киев, Украина. Take me home. Еще одно третье место в конкурсе BTL. Ему достается творческому объединению два товарища, город Харьков, Украина. Первая городская апрельпиада. Спасибо, Алексей. Спасибо. 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 Да, это... Мы вас узнали в этом отличии. Итак, это было третье место, творческое объединение «Два товарища», город Харьков, Украина. Мы это сказали уже два раза. Это трижды нужно повторить. Второе место. Талант Проксимити, город Киев, Украина. Золотая осень, шедевр, премия 2004. Ваши аплодисменты. И еще одно второе место. И тоже талант Проксимити, Киев, Украина. Boom! Opening the Shakers Show. В этой номинации BTL появляется первое место. Достается оно Mex Advertising Group, Киев, Украина. Ваши аплодисменты. Мы приглашаем на сцену представителей компании Mex Advertising Group, Киев, Украина, для получения тарелочки первого места. Работа UMC покорила метро. Полное покрытие метрополитена связью UMC. Как-то человек пошел, куда-то делся. Нет, не было. Mex Advertising Group не только покрывает метрополитен связью МС, но и, собственно говоря, сейчас там и находится. К сожалению, не могут они выйти на сцену. Все, движемся дальше, хорошо. И, кстати, еще одно первое место. Здесь жюри не скупилось на первое место. Brand New, Киев, Украина. Ваши аплодисменты. Акция «Цепочка любви» Burn. И мы приглашаем победителей на сцену для получения приза. Алексей, какие-то комментарии, может быть, будет по первых мест? Видим, что не поднимаются люди. Ну, наверное, за Ивана Григу скажу.
который должен был стоять здесь, должен был по стартовому пакету. Безумно понравилась работа, очень интересная, яркая, оригинальное решение. И, наверное, если бы больше было таких работ, наверное, интереснее было бы нам работать в наших офисах. Вот, все жюри однозначно выбрало эту работу на первое место. И дай бог, чтобы всем агентствам, чтобы они могли воплощать такие яркие идеи. Спасибо. И в номинации «Лучшая работа конкурса». Есть лучшая работа конкурса, петель конкурса. Студия спецпроектов «PR-квадрат», Минск, Беларусь. Ваши аплодисменты. Настоящее волшебство сказки. Студия спецпроектов «PR-квадрат», Минск, Беларусь. Кока-кола, Дед Мороз. Вы, наверное, видели защиту этой работы. Совершенно уникальная работа, поэтому просим вынести тарелочку сюда. Аплодисменты! Тарелочку несите, не задерживайте! И аплодисменты ребятам, которые придумали этот великолепный петель. Еще раз. Это студия спецпроектов «PR-квадрат», Минск, Беларусь. Белорусы, пару слов от вас. Я хочу всех поблагодарить, потому что столько уже мы раз вот когда-то там объявляли, думали, ну все пролетели. Уже два раза первое место давали. Ну, казалось бы, уже все сорвалось. Спасибо жюри, я, к сожалению, никого лично не знаю. Есть возможность познакомиться? Надеюсь, познакомимся потом. Всем спасибо, мы постараемся еще предоставить в следующем году не менее интересные проекты. Окей, ваши аплодисменты. VR-квадрат, Минск, Беларусь. Алексей, и, может быть, ваш комментарий, почему именно эта работа лучшая работа конкурса? За минимальные средства, замечательное исполнение и максимальный. Рекламистам на заметку. Ваши аплодисменты. Да, жаль, что мы не увидели среди призеров ту самую компанию, которая организовала сэмплинг оранжевых ленточек в ноябре прошлого года. Вот. Ну, думаю, что на следующий год работа будет. Это несправедливо, но тем не менее. Украинская ассоциация парных ведущих совместно с Украинской ассоциацией директ-маркетинга представляет конкурс «Директ-маркетинг проектов». И сейчас вы будете просто поражены, насколько эта область продвинулась со времен почтальона Печкина. И опять жюри объединило все категории и наградило. Итак, «Директ-маркетинг проекты», третье место. «Провид Бивидео Киев, Украина, кусочек радости». Ваши аплодисменты. Второе место. Осдирект Киев, Украина. Работа Отто. Привет, родная. И к нашему счастью, в этой категории есть первое место. Первое место. Осдирект Киев, Украина. Для Унитех БАО. А можно не отдавать пригласительный? Ваши аплодисменты. Мы приглашаем победителей на сцену. Аплодисменты. Не стесняйтесь. Пока поднимается победитель, да, Алексей, тоже может быть какой-то комментарий по поводу этой работы. Простенько и со вкусом. Пригласительный стоит $2 по презентации. Итак, мы в таком случае переходим к лучшей работе конкурса. Лучшая работа конкурса. Секундочку, есть возможность у нас ОС Директ Киев, Украина? Нету? Да нет. Хорошо, награда найдет своего героя. Лучшая работа конкурса «Лео Экспресс», Таллин, Эстония. Называется... A Big Letter from Estonia. Ваши аплодисменты. Лучшая работа конкурса. И мы приглашаем на сцену представителей «Лео Экспресс», Таллин, Эстония. Ваши аплодисменты. Можно в микрофон? Я, наверное, два слова скажу про эту работу. Это было очень маленькое письмо, которое раскладывалось в такой большой плакат. Спасибо. Здесь стоять мне очень приятно. А
Хотя, может быть, вы это не видите, потому что эстонцы очень скромные и холодные. Ну, все-таки горячие эстонские барни, да. Ну, мне очень нравится этот фестиваль. Большое спасибо вам всем. Спасибо. Что-то произошло с нашим фестивалем. Эстонцы вышли сразу, киевлян нет вообще. Ну, просто с ног на голову все меняется. Валится. Да, я думал, все-таки эстонцы прокомментируют. Алексей сказал, что это уникальная работа. Это было маленькое письмо, которое раскладывалось большое, огромное письмо. Я думал, все-таки комментарий будет из Эстонии. Это не так. Это было огромное письмо, которое мы умудрились свернуть в маленькую пимпочку. Лучше бы Лазебник умудрился его показать. Окей, объявляем итоги конкурса PR проектов и партнер конкурса Украинская ассоциация PR. Украинская ассоциация по связям с общественностью в качестве партнера конкурса по связям с общественностью в своем пресс-релизе заявляет о необходимости награждения тех, кто на протяжении года наиболее интересно и креативно вступал в связь с общественностью. И рекламная общественность должна с этим смириться, расслабиться и получать удовольствие от награждения лучших категорий конкурса. И опять без всяких категорий обошлись наши члены жюри. И переходим к объявлению победителей. Третье место. Imageland Украина, Киев. Жилет, играй и выгляди как Бекхэм. Ваши аплодисменты. Второе место. Дарси Украина, Киев. Работа «Джинс неделя». «Джинс неделя». В этой категории есть еще одно второе место. Его по достоинству заслужила работа «Талант Проксимити», Киев, «Давидов кафе». «Давидов кафе». Талант Проксимити сегодня в полном составе пришел на церемонию. И первое место достается коллективу из Киева, Талану Проксимити. Фирменные новости Adidas. Ваши аплодисменты. На сцену Талант Проксимити. Громче. Фирменные новости Adidas, Талант Проксимити, лучшая работа PR. Тарелочка. Маленькая. С голубой каемочкой. Рукопожатие. Аплодисменты, поцелуй. И несколько слов буквально от жюри и от победителя. Работа была присуждена за чистоту жанра в PR. А теперь вы. Большое спасибо жюри за то, что вы оценили нашу работу. За то, что вы оценили этот красивый проект классического белого пиара. А еще хочу добавить, что становится доброй традицией в этом году получать мне из рук Леши награды на фестивалях. Я надеюсь, эта традиция продолжится. Всем спасибо, всем удачи. Интересно. Это тонкий пиар-ход компании Talent Proximity, которая говорит, что им приятно получать из рук рекламодателей не деньги, а награды. Ну пусть это и продолжится. Да. Даже такая многопишущая и многочитающая братья, как пиарщики, наивно считают лучшим подарочком тарелочку за первое место. Это нехорошо, поскольку лучшим подарком была и остается книга. А 2-3 книги – это просто праздник какой-то. Поэтому специальный как-то приз. Как-то все узнали, что подарок – книга. Все думают, что лучший подарок – это все-таки сберегательная книга. Итак, специальный приз от Balance Business Books, известного украинского специализированного издательства деловой литературы. Известно оно нам, потому что выпускает книги по таким направлениям, как реклама, маркетинг и продажи, стратегии и менеджмент. Победителю достается подборка литературы по рекламе и маркетингу от Balance Business Books. Поэтому, Талант Проксимити, вернитесь, пожалуйста, на сцену. Мы хотим дать вам еще и книгу. Да, ваши аплодисменты. И торжественно книгу от Balance Business Group. Четыре книжки, как и обещали. Берите.
Берите, берите. Баланс, бизнес, букс, подарок. Специальный для талант России. Первое место. Пять. Алексей, мы можем вам сейчас предоставить возможность некий такой финальный спич в двух словах. Пожелание всем рекламщикам, которые теперь как бы не встретятся с вами до следующего года. Сложно было как бы судить конкурс пиара, все время становился вопрос, а сколько же денег было заплачено за этот пиар. Поэтому, собственно говоря, и вот первое место ушло, как я уже сказал, за чистоту жанра. Давайте все-таки работать так, чтобы все меньше и меньше рекламодатели платили средства массовой информации за пиар, и все больше и больше денег получали агентства. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо, ваши аплодисменты. Отпускаем. Да, мы вас отпускаем. Да, потому что лучшей работы, то есть большой тарелки, в этом конкурсе, увы, нет. И вот, дорогие друзья, ваши совершенно уместные в этом месте аплодисменты будут означать, что первый рыбный день и первая церемония награждения 6-го Киевского международного фестиваля рекламы успешно завершены. Ваши аплодисменты самим себе! Аплодисменты. Ну, надеемся, что сегодня нам, скажем так, удалось одарить самых достойных. Уже сегодня вы сможете воспользоваться своими тарелками на Ukrainian National Party в ресторане «Червона Калина», который проводит оргкомитет фестиваля. Вареники, господа! То есть до завтра, господа! Спасибо! Спасибо всем! Езжайте на вареники!